официально отдельным видео, это будет часть 0 следующей серии. Ну, я, наверное, уже написал это, так что у вас это, так сказать, очевидно. Просто у меня это еще не произошло, так сказать. Просто хочу прочесть одну тут эту статейку. Тут, ну, много всякого такого пишут. Я обычно ленился, честно говоря, ну, на видео. Как бы, ну, никакого особо такого ценности это не имеет. Просто. История повторяется. Рядовой Джек Ростром, или Ростром, не знаю, как правильно. Я часто размышляю, к чему все это, и неожиданно для себя нашел аналог в истории. Завоевание Америки конкистадорами. Ведь тоже целую цивилизацию уничтожали, потому что те, кто пришли, были цивилизованными, а те, кого завоевывали, дикарями. А в Испанию вывозилось золото. Когда я слушаю, как очередной петух из штаба разоряется передо мной и остальными рейнджерами о том, что мы несем свет демократии темным местным туземцам, я сразу вспоминаю про конкисту. Только вместо золота мы сейчас выкачиваем нефть. Но парни верят. Они орут «Хой!», одобряя все это, что говорит этот расфуфыренный штабист. Они верят, что то, что они делают, помогает их семьям. Они верят, что то, что они делают, помогает им, их семьям дома. Штабист знает, на что давить. Современному человеку кажется ужасным сценой побивания камнями неверной жены. И уж тем более отрезание голов. Наши парни звереют, когда видят эти кадры. Штабист их еще больше разодоривает. Я смотрю на это и вижу индейцев, которые жили по своим непонятным испанцам тех времен обычаю. У испанца на родине была инквизиция, но он не замечал этого, зато ужасался жертвоприношением индейцев, а значит, индейцев надо было уничтожить. Мы не замечаем электрических стульев и секретных тюрем у нас, как-то пропуская мимо расстрелы в школах, но при этом приходим в священный ужас от того, что где-то женщины должны ходить в чадре, а ворам отрубают руки. И пытаемся изменить, принести демократию. Иначе, чтобы расстрелы в школах стали частью саудовской жизни тоже. Ответ без названия. Анонимный пользователь. Джек, что ты пишешь? Какая конкиста? Да тут люди не знали, что такое электричество, пока сюда не пришли мы, американцы. Хотя в реальности Саудовская Аравия одна из самых таких развитых стран, честно говоря. И одна из самых богатых. Позор, анонимные пользователи. Мне стыдно, что такие люди служат нашей армии. Составил рапорт. Твой командир. Джек, прости, но твой блог стал объектом моего рапорта в управлении контрразведки. Я не хочу, чтобы подобные солдаты были рядом с нашими сыновьями. Кто его знает, может, завтра начнешь стрелять им в спину. Ответ без названия, анонимный пользователь. Да я тоже посчитал своим гражданским долгом доложить нашему городскому судье об этом возмутительному рядовому. А уж она знает, куда дальше все это направить. А где же Джек, анонимный пользователь? Что-то дальше Джек молчит. Неужели больше нечего сказать? Или, может, просто бояться стал? Джек, где же ты? Расскажи нам еще о своей правде. Джек погиб, сослуживец Джека. Я сослуживец Джека. Джек не ответит. Вчера его взвод попал в засаду во время высадки в городе. Джек прикрывал отход своего взвода и погиб от пули снайпера. Вот такая статейка. Ну, здесь рассказ, что снайперы говно. Ну, это в целом, как бы, и в реальности также жаловались, что они отвратительные, что они, у них проходимость никакая, они ведут себя как огромный неповоротливый автобус. При этом они пробиваются со всего, включая пулеметы крупнокалиберные, и при этом это, ну, и вязнут, а если сетку еще навесить против РПГ, то еще хуже становится, и так далее. И что, МС-13 старая добрая намного лучше. Но им впихивают страйкеры. Здесь про потери, ну и так далее. В общем-то, это все.